Ну что, вот мы и прибыли на базу «Три берега». Приехали мы 11 октября в надежде половить судака на джиговые приманки. Места здесь очень красивые. Напоминают даже какой-то заповедник. Как ни странно, птицы здесь почти не пуганные. На этой базе у Сашки был пришвартован его катер. Старый добрый Амур. Вот на нем-то мы и будем рыбачить. Да, кстати, друзья мои, о полезных вещах. Всем рекомендую приобрести электрический насос для перекачки топлива. Он работает от батареек типа 2А. Очень полезная и нужная вещь. Ну, в бой. Камское устье. Кузончик ключи. 1-2. 1-2. Есть. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. На большой воде. Мурашки бегут по коже. Очень хочется половить судака. Почему-то Сашкины старые точки были пустые. Не было там судака. Нам приходилось долго и упорно искать новые точки. Как Лёха была, да? Блин, нашли мы его все-таки. Вообще просто такой маленький. Ну, ребята. Чистый, блядь. Нормальный, блядь. Слушай, а заголотил ты не? Блядь. Че, забирай? Вершай, без клыков. Ну без клыков, но размер какой-нибудь. Их нет, Сочи.
отпускай, блядь. Как же приятно, когда чувствуешь натяжение шнура. Не, Сань, вот здесь и есть. Ну, мелкий гад, блин, просто капец. Еще меньше, по-моему. Блин, это судак. Судак это. Я крестим его бершок, где этот не продаст. Отпустим. Судак. Их отпускать, ну куда ты что, блин? Камска устья. Судачок. Нормальный такой. Что тут с глазами, парень? Давай. Да. Здесь он, Сань, где-то. А? Вот так вот я кидал, где-то вот здесь. Вот туда кидаю, тишина мне. Подожди, дай швырну. Туда? Вот сюда. Просто мне еще не давал, туда кидал. Сейчас, подожди, 5 секунд. Сейчас хорошо попал. А? Сейчас хорошо видно. Чего прошло? Ну там вот какой-то реально есть аномальный рельеф такой. Мы все очень ждали судачи и поклевки. Каждому из нас хотелось прощущать это. Удар, подсечка и вылаживание. Есть. Вот там он, Сань. Короче, приманку давайте. У меня есть вот такие приманки. Вот реально, короче, долбит уже третья поклевка. Мелочь, да, но... Вообще колбаса, блин. Ну, слушайте, ну... Это килька вообще. Но он есть здесь, стая стоит. Так. Иногда нам приходилось причаливать к берегу. Ну что поделать, зов природы. Но мы даже и не предполагали, как это порой может быть опасно. И к каким последствиям все это может привести. Соль, что ли? В следующий раз, когда нас зов природы позовет, нам очень сильно не повезет. Но это будет чуть позже. И об этом мы еще не знаем. Ну а сейчас мы в очередной раз пытаемся найти судака. Или стаю леща. Как известно, где лещ, там и он. Пастух. Клыкастый пастух. Вот тут вот стоит в леще.
еще раз зайти. Не, Сань, хватит. Не, да, я не распугаю. Смотри. Охренеть. Смотри, стоит. Жесть вообще. Смотри. Так, куда? Короче, как туда, опять без это? Разницы куда. Он вот так вот стоит он весь. Рыба везде. Ну, понеслась. Александр нас вывел на точку. Будем сейчас надеяться, что мы сейчас половим. Глубина 13 метров. Все кишит в рыбе, как в банке. Течения практически нету. Кидаем 28 грамм на глубину до 15 метров. Не попадаешь или? Не. Попасть – это значит пройтись по спинам леща. Когда стая леща громадна, вы джиг ведете, ну прям как по ступенькам. Штаны что-то поползли вниз. Первый наш выезд был не очень удачным. 5 часов рыбалки, где-то 5 судаков. Мелких судаков. Хотя по поводу неудачного выезда я, наверное, погорячился. Знали бы вы, что нас поджидает дальше. И речь даже сейчас идет не по поводу плохой рыбалки.
Ай, за красавчик. Зачет. Зачет. На Мондоу, да? Отлично. С почином. Братанчик, не зря вчера. Мондоу работает. Манджеля рулит. А, смотри, что ли. Манджеля работает. А ты, Герман. Манджуля рулит, собирает и сети. Ну вот это и есть тот случай, о котором я говорил ранее. Причаливать к каменистым берегам во время хоть и небольшого, но шторма я бы никому не рекомендовал. Это была наша самая большая ошибка в этой поездке. Плотничком сели, блядь. Бля, и болотников нет, не. Порой это может быть чрезвычайно опасно. Сань, палки нет никакой. И всегда возите, друзья мои, с собой весла. Шест нужен. Сань, без шеста не уйдем. Сань, шест нужен, подожди. Нет, давай попробуем сюда, что там что. Нам нужно жопу его развернуть. Поднимать надо. Иду. Становись вот на мой камень. Давай. Сань, там на чем-то сидим. Морды ко мне подойдешь. Я. Подожди. Thank you.
А? В нашем случае обошлось малой кровью. Благо, лодка «Амур» сдюжила. Вот такие моменты мы чаще всего и вспоминаем Советский Союз. Качество лодок, конечно, было превосходно. Сань, заводи! Толщина металла заводи! В этой лодке, конечно, поражает. Мы, конечно, смогли выбраться и благополучно вернуться на базу. Но рыбалка была закончена. Так как мы с Сашкой очень сильно промокли. Наши сапоги были полны водой. Да и лодка наша немного пострадала. При осмотре лодки мы обнаружили, что один из датчиков был сломан. Камни сделали свое дело. Корпус лодки не пострадал, а вот лестница была оторвана. Жуткий дубняк нынче. Судака нет. Леща нет. Никого нет. Приехали на гиблое место. На черные камни. Погода просто испортилась наглухо. Скоро пойдет снег, но зато штиль. Можно причалить. Дерево, блядь, безопасно. Здесь очень красивые места. Если бы я не знал, куда меня привезли, я бы подумал, что тут даже есть медведи. Идет дождь, друзья мои. Камского устья. Братанчик, ты не намок. А странно. Все класс. Красота, блин. Перебрали кучу приманок. Разные цвета. Вот этот самый уловистый. И еще вот такой. На рыженьке вот такой поклевывал в самом начале. Тоже здесь там драненький есть.
Ну, вот этот мне больше всего понравился цвет. Я уже жалею, что я троллинг не взял. Хотя в такую погоду хочется забиться в какую-то норку и оттуда бросать джиг. У нас есть тент, мы можем укрыться, конечно, от дождя, но это не наш метод. Мы будем мокнуть и ловить джигом. Сейчас нас куда-то должны привезти, поставить на точку. И будем ловить большущих судаков. Потому что маленьких всех уже выловили. Отпустили, наверное, ну, много. Больше десятка. Поймали сегодня здорового окуня. Думали, что судак сидит. Стой. Это был самый крупный, наверное, трофей сегодняшнего дня. Все, некогда мне с вами балакать. Надо рыбу ловить. Да, жесть, полный экстрим. Вот такой у нас домик тут. Домик на колесах. Домик на воде. Водяной домик. Да, перепробовали кучу всего, блин. Если была рыба, поймали. Да. Давай попробуем. Если рыбу найдем, полностью расчехлимся. Сошел. Блин, а. Ты смотри, он, короче, прямо здесь под свалом стоит. Мы сейчас стоим на 12, там видно это. Свал идет. Недалеко от лодки взял. Где ты была? И почему ты не пришла? В один из дней был очень сильный туман. Начался он с самого утра. Но мы все же решаем рвануть на рыбалку. Только потом мы поняли, что эта наша затея могла кончиться плачевно. Видимость была нулевая. Ничего не видно. Куда едем? 12 октября. Вернемся ли мы? Пытаемся выйти из протоки, но ни черта не видно.
Просто все белое. Куда идти? Что ты мне сыкит на? И справа, и слева. Ты точку поставил, нет? Поставил, блядь. Где, блядь, ее ставить? Вот это она, нет, блядь. Да при чем, не заблудился. Протоку не могу найти. Мы вышли из Бермудского треугольника. Просвет. Мы нашли ставилище. Подымешься? Ух, жадно проглотил, хорошо. Немесис. Глотает жадно. Немножко в сторону, может. Бля, почему-то я там вообще провожу, непонятно. Капец вообще. Стоялище. А пастуха нету, да? Сейчас что-то Сашка прошел мимо я леща. Наверное, шуганулся он. Мои плетни. О, ну да, опять я его нашел. Прям вообще по спинам переваливается. Ух ты, сколько его там, блядь. По спинам леща прошлись. А по плевочке нет. Бершик. Лягушок. Потеребуньку мою приманку. Да, народ тоже в поисках, лазит. Все ищут колкастого разбойника. Зубастика. А зубастик где-то спрятался. Наверное, в тумане. Сегодня утром очень сильный туман был. Еле проехали. Здесь нет, Саша. Здесь поклевка, покрышка, блин, поклевка была. Такая, знаешь, как у него. Сильно много ловлю. Мешками. Где полещу проводил? Вот здесь, Саня.
Да какие же кайфовые места, блядь. Рыбы нет. Рыба. Блин. Слушай, Санька, ты нашел его. Че? Потычка была, не доходя до дна прям при первом падении. Не-не, он здесь есть. Коряшка. А? Коряшка. Я хочу отсюда начинать и, блядь, передвигаться вправо. Клюй, сволочь! Блин, ты сейчас... Шо, блядь? Была поклевка. Заебал ты, нахуй, я тебе, блядь, сейчас, сука, блядь, по жопу, нахуй, в воду, блядь. Ставь зеленый. Поклевка, блядь. Как он там? Немезиду? По спинам, Сань. А? По спинам. Где? Вот там. Смотри, 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 есть. Охренеть. Так. Прям со спины снял. Включи. Да, да, да. Ну, наконец-то. Куча эмоций у Илюши, а. Ёкарный бабай, а. Брестуна, блядь. Крупняк. Ну, это не крупный, да. Крупняк. А, крупняк. Крупняк. Окунь. Красавчик, окунь. Красава. Сладкий мой. Неужели? Целуй. Меньше наконец. Опускаем. Мы без рыбы. Блин, Сань, там стойка походная стоит. Вряд ли он там один. Слушай, ну там прям реально по спину прям проползал. Такого я, конечно, на Волге с Ахтубы ни разу не видел. Три поклевки, из них один окунь и все. Обычно тут нет. Никто не ловит. Сань, нашел спину. Недалеко от лодки. Вот он, Сань, прям под лодкой стоит. Ну, это еще поменьше. Саш, прямо вот здесь он. Берш. И прям по спину шел. Берш. Нет, это судачок. Подросток это, короче. Вот такой. Нынче судак. Да. С утра, блядь, не могли выйти с протоки. Вечером хуй попадем. Здесь он прям. Гадюка, а? Окунь, блин. Окунь. Зеленую, Сань, стай. Ну, это в одной, блин. Как у меня, как задолбали вы меня. Ни одного хорошего судачьего удара, ни одного. Все, домой. Темнеет. Собираемся, уезжаем. Гонялись, гонялись. Поймали пару беззубых.
Около кастика хорошего так и не нашли. Многие откатались весь день и даже без поклевочки. Искупались, блин. Напоследок. Да, вода мутная какая. В поисках судака, блин. Не на крупные, не на мелкие. Целую кучу уже перекидал, блин. Ну, зато я вам покажу, как мы покатались. ГИМС. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вы? Сейчас. Серьезно? Ой, бляха. Так, давай сюда. Вот. Теперь вы нам день должны. Держите, ребята. Сейчас. Это Амур, да? Да. О, я говорю, серьезный контор. Давайте знакомиться будем. Да. Сейчас мимо к нас проехали с утра. Конструктивский участок ГИМС. От какой базы? Приберем. Ильдар. Ильдар. Где сейчас судачок поклевывает? Не знаем пока, еще не видели. Надеюсь, мы в эти места еще вернемся. Что скажешь, Саша? Вернемся мы сюда. Мы передаем огромный привет этому замечательному краю. Также огромное спасибо рыболовной базе «Три берега» и ее персоналу. Надеюсь, мы сюда еще приедем.